А кто это был? Я взял своего. Ах ты говно! Ты читер! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Фонтан, King of Fire, стаканчик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Сегодня у нас очень классная карта, это Gravity Falls. Сегодня я Серегу должен замочить, а все остальные его должны защищать. Пацаны, вы готовы? Да. Если ты любишь, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, первый раунд пошел. О, в воздухе, вот это было красиво. Серега, ты прям какой-то супер Бэтмен. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Лови аптечку, Димас. Ого, вы что, это не аптечка, это была граната. Нет, это аптечка для тебя. Не-не-не, аптечка, которая мочит. Да. Эй, иди сюда. Да иди сюда. Отлично, отлично, сидим. На нычечку, красиво. Надо кого-то выследить по красоте. Классно иметь маленький рост хедкраба. Так, Димас. Показывал пищун. Эй! Ты еще попади! Ты же еще попади! Ой, извините. Убили, убили! Молодец, Серега, ты же убил! Хорошо! Я кого-то из наших убил. Так, давайте возьмем себе быстрого зомби, потому что все-таки у нас сегодня очень веселая серия должна быть. Погнали. Ребят, вы это далеко друг от друга не отходите. Зомби нападает на Gravity Falls. Ребята, будьте осторожны. Урчи. Ты что за оружие? Что за оружие у вас такое мощное, а? Нифига себе, ты пробежал, Димас. Нормально? Да. Так, идет говнюк. Ждите меня, я иду. Как-то странная у меня походка. Эй, хватит стрелять. Эй, я окно сломал. На тебе, понюхай, говно. Слышь ты, говном своим тут не бросайся. Эй, не убивай новых, это мои дети. Это твое говно. А ну-ка, взять его, фас. Эй, на тебе. Да хватит ты убивать, это мой друг. Нет. Это ты говно выяснил. На, я буду вам подкидывать и подкидывать. Ах ты какашка такая, твое говно тут нам кидаешь. Да вы убиваете их! Набросаем сейчас по-разному тут местам, насрём вам тут. Взрывай. О, граната вылетела! Взрывай, кто там? Ух ты! Эй, не убивайте моих детенышей человеческих! А ну-ка, моя армия. Мочи его! Мочите! Ах ты, нагибейшн! Так, кого же взять? У нас тут много разных челиков есть. Бешеная чайка летит. А чайка же не может дамажить. Я могу усрать. Да, не может. Нет, она просто... Я это чайка, знаете, как в Ассасин, орел, разведывает территорию, а я на чайке. Слышь ты, говно, куда ты полетел, а? Эй, не говори нами на чайку говно. Ты где? Я сейчас залечу и в доме превращусь в какого-то монстра. Так, кого же взять? У нас тут есть нормальные челепиздрики. Ребят, двери за собой закрывайте, и так уже сквозняк. Димас! А, нет, это не Димас, это еще один хиткрап. Эй, я не могу сверлить глазом и двигать. Это как сверлить глаза. Так. Давай, буду вот так лупашить. Ну кто пройдет? Ой, King of Fire. А куда вы выходите? Сказали сидеть здесь, ёба. Дурачки. Так, они не знают, что это. О, бешеный шар. Так, Сережка, иди сюда. А где ты? Ты чё, думал, ты шар бессмертный?
Так ты меня троллишь, так нечестно, я хочу тоже так веселиться. Я не ожидал, что тебя убью с одного раза. Я думал, что раба больше жизней. Да, конечно, взял конченое оружие какое-то. О, у нас знаете, кто есть? А ну-ка. Ля-ля-ля, бежит под... это, нечисть. Ага, подлец. Эй, у меня 1000 жизней, я там. Серега, выходи, один на один. Давай. На один на один, вы что делаете? Отойди. А я не могу дамажить, я просто как дурак. Да я просто декоративный додик. Сейчас я, Серега, все сделаю по красоте, как настоящий хедкраб хитман. Знаешь такой? Хитман, хедкраб? Да, да, да. 049, 048. Какая-то тактика колододика. Тихо, ты что стреляешь? Ты что, дурак? Так, подождите, я запутался. Запутался. Эй, там мин наставили красных, я видел. Хватит. Так. Как это хватит? Не хватит. Так. О, я под минное пролез. Под минное пролез. Он сзади. Да ё-моё, да хватит стоять. Серёга, моя цель тебя убить, я должен тебя убить. Да ну как, у тебя оружие читерское. Ты понимаешь, у тебя читерское оружие? Я знаю, что надо сраться. Убили, убили, убили. Знаешь что, мне хотелось бы, когда играть в этот режим, чтобы не было видно худо, умер я или нет. Отойди! Он зашел! Я если лажу... А, я умер. Блин! Так, вот сейчас должен сделать по красоте, но не дают, не дают, просто подлецы не дают. Че, я умер? Я умер. А чё случилось? А где ты? А я не знаю, это какой-то баг. А, ну ты в труп вселился. А это возможно... Реально я в труп вселился? Но я не могу шевелиться трупом. Заходите все в здание. Я не могу выселиться. Килл пропиши. О, я вылез, я вылез. Где он? Да блин, ну ты подонок! Ну я уже был на грани того, чтобы вселиться в кого-то. Да блин, застрял в дверях! Да кто закрыл двери, когда я пролазил? Я застрял! Да ну это угар, я тупо застрял в щели в калитке. О, вижу жертву, иди сюда, иди сюда! Есть, отлично. Ой, ё-моё, King of Fire. А, у меня бессмертие. А, все, слетело бессмертие. Ну, Серёга, ты все видишь. Да. Я в одного из вас вселился. Не ври. Ну, посмотри, не ври. Труп на входе лежит. Так, это труп NPC простого. Мочите меня! Мочите. Есть! Я убил Серегу! Вы убили! Есть! Я выиграл этот раунд! Серега, я выиграл? Нет! Как? Тебя же убили! Меня убили они, не ты! Блин! Я тупо даже на записи видно будет, как я нажал «Василиться» из тебя! Меня тоже было видно, но меня успели убить, пока ты не выиграл. Ах ты, блин! Ой. В кого вселился он? Тупо такое убийство жесткое вообще. Чпоньки нет. Я вас подозреваю, извиняюсь. Обстоятельства. Я паникую. Так, у меня есть шанс. Очень любимый. Фонтана мочите! Да ну блин, как ты видишь все? Я увидел, что он прям в тебя. Так. С этой стороны обойдем двойной прыжок.
Ничего у Димы не получится, ничего. Да ну как это не получится? Я сейчас в тебя вселюсь. Ну давай, ты в меня еще не вселился. Ну, вселился один раз, но меня вовремя убили. Так мне надо вселиться в тебя или убить тебя? Вселиться и убить. А, вот так даже. Да. Закрыто. Чё-то тихо стало. Как-то Димас притих. Ну а что ж делать? Читер вонючий. А кто это был? Я своего. Ах ты говно! Ты читер! А я. Честно, я хотел не тебя убить, а какого-то другого челепиздрика. Ну, попался. Ах ты говно такой. Давайте, я жду вас в доме, вы должны меня убить. Давайте. Мочите его. Мочите. Я стою на входе, вас тут жду. Мочите его, ребят. Давай. Выкуриваем Димаса из дома. Ого, это не выкуривание, это уничтожение компьютера. А, я живой. У меня один хп. Ты мертвый. Ладно, ладно, мертв. Не удалось обмануть Сережку. Ну то ладно. И я, друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.